составе. Вратарь сегодня Бен Фостер. Муса Сисока начинает с Томом Клеверли в центре полузащиты. И впереди сегодня играет Джошуа Кинг. Good luck. Cheers. Thanks. Good game. Hey, good game. Thanks. Good. Hey, good game. Good game. Thanks. Good. Мы видим состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Оставим. Вратарь сегодня Бен Фостер. Муса Сисока начинает с Томом Клеверли в центре полузащиты. И впереди сегодня играет Джошуа Кинг. Good luck. Cheers. Thanks. Good game. Hey, good game. Thanks. Good. Hey, good game. Good game. Thanks. Good. Мы видим состав команды гостей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На Викоридж Роуд Уотфорд переехал со своего старого стадиона Кассио Роуд в 22 году. Трибуны новой арены очень часто реконструировались и меняли свои названия. С 1997 года Уотфорд делил арену с регбийным клубом «Сарацины». Но в 2013 они съехали на новую арену, и Уотфорд остался единственным хозяином стадиона. Джек Харрисон. Здорово получается продвигаться. А это вратарь! Браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар. И действительно, это классное спасение. Пошла подача. И мяч в воздухе после такого выноса. Это угловой. Мяч летит в центр штрафной. И ничего опасного здесь. Сисоко. На Викоридж Роуд Уотфорд переехал со своего старого стадиона Кассио Роуд в 22 году. Трибуны новой арены очень часто реконструировались и меняли свои названия. С 1997 года Уотфорд делил арену с регбийным клубом «Сарацины». Но в 2013 они съехали на новую арену, и Уотфорд остался единственным хозяином стадиона. Джек Харрисон. Здорово получается продвигаться. А это вратарь! Браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар. И действительно, это классное спасение. Пошла подача. И мяч в воздухе после такого выноса. Это угловой. Мяч летит в центр штрафной. И ничего опасного здесь. Сисоко.